Думаю, что мир сегодня в мире гораздо лучше, что создали очень много моментов. К сожалению, не забивали в первом тайме. Пропустили первый раз, когда Нижний Новгород подошел к нашим воротам. И после этого тоже в втором тайме создавали моменты. Просто невозможно, что мы не забивали. Так как футбол очень непредсказуемая игра, могли проиграть. Я боялся, я не знаю, как было вами, но я боялся. Но самое главное, сохранили свое место и сейчас посмотрим, что будет дальше. У меня вопрос такой все-таки, несмотря на то, что мы проиграли, моментов-то было более чем, там, двузначное число голевых моментов, реализация ноль. С этим надо что-то делать, а вот что непонятно? Понятно, что надо делать, надо работать. Думаю, что вообще сегодня так странно вообще было, что мы не забивали. Это не могу объяснить, просто не могу. Я сам смотрел, как и вы, и чудился. Слава Богу, сезон завершился, слава Богу. Сохранили место в премьер-лиге. Но вот Александр Борисович Фетис, нынешний председатель Совета директоров, зимой еще ставил задачу сохранить место в премьер-лиге в середине таблицы, не падая в стыки. Получается, задача по этому показателю, по крайней мере, не выполнена. А ваше будущее, как вы его видите, вы продолжите работу в крыльях Совета? Я, что касается меня, я продолжаю. И мое будущее вижу очень светлое. Там, смотрю, там 8 далеко, вот там. Но оно с крыльями Совета связано? Да, а я сказал. В следующем сезоне будете тренером крыльев Совета? Я хочу. То есть Матч ТВ, да, опубликовал перед первым стыковым матчем, что Миодрак Божевич, возможно, да, покидает крылья Совета. Это ложная информация. Это вообще неправда. Могу сказать, сейчас, значит, меня снимают, люди слышат, я по своей воле, наверное, уеду. Ну, все-таки, да, закончился все-таки этот сезон с таким довеском, к сожалению, с последним поражением. Почему, да, это получился, наверное, у вас самый такой тяжелый, мучительный сезон в вашей российской карьере? Как вы полагаете, почему так получилось? У меня был такой тоже в Ростове. Я из Ростова играл в стыки. Тоже сохранили, но вот эта сезона очень трудная была, потому что начинали подготовку с одними игроками, играли с одними игроками, заканчивали с другими. Просто нам не повезло, очень много травмированных было. Мы забрали очень хорошие игроки, эти, которые были у нас, значит, 100% нам не хватает и Кормиленко, и Канунникова, и Чичерина, и Самедова, и Жануа, и Денисов был долго травмирован, и Рабиу, так что просто очень много было травма, и думаю, что это одна из причин. Миодрак, все-таки, если вы продолжите работать, то до нового сезона осталось всего ничего, да, то есть там меньше 2 месяцев. Вы как будете строить свою работу, и кто покинет сейчас, потому что там много контрактов заканчивается, да, вы, ребята? Есть уже, как у вас понимаете? Знаете, как уже есть, но тоже все зависит от этого, кто будет приходить. И сейчас, честно говоря, у меня стресс был вообще 95 минут. Трудно меня говорить об этом, что будет. Ну, надо уже закончился, мы теперь новый. А это, не, так быстро не можно отойти. В этом сезоне мы проиграли 9 матчей дома, с учетом Кубка России 10. Не хотели бы что-то сказать болельщикам, которые достаточно стабильно приходят и хотят видеть не такую игру команды? Какую хочет видеть болельщики игру команды? Как с Торпедом, когда проиграли здесь, как с Ахматом, когда проиграли с Ремолом, такую? Я могу только поблагодарить болельщиков Крыльев.
потому что я гуляю по городу и я встречаюсь, может быть, больше болельщиков Крыла, чем ты. Значит, очень положительные, очень хорошие болельщики и болеют, и чувствуем эту поддержку и здесь, и на въезде даже, везде, где играем. Я хотел бы, чтобы Крыла было первое место. Это все красивые слова. Красивые слова. А на деле у нас 13 игр и 10 поражений. Все это правда, 13 игр и поражения. Но я не думаю, что кроме этой игры с ЦСКА, что ему было стыдно проиграть Крым. Мы только с ЦСКА проиграли, да, позорились и проиграли по делу и очень плохо выиграли. А все остальные игры, скажите мне, какую игру вспомните, где мы опозорились или не играли хорошо? Мы даже сегодня в конце тянули время и пытались отыграться. Тянули время, то это надо... Никто не говорил об этом, чтобы тянуть время. Это просто игроки сами, понимаете, психологические точки зрения. Сезона закончилась, они хотели тоже вот их, но осталось еще одну неделю, и это психологически все только. Что? Что? Я не услышал, извините. Вопрос не услышал. Метро, насчет трансферной политики пока представления нет, а что касается отпуска, сборов и возобновления, когда команда соберется, вот по этому моментам есть уже какие-то новости? Да, команда собирается 17 и 18 будут медовседовали, потом будем здесь в Самаре одну неделю и после этого с 24 до 7 будем в Австрии на сборах и 7 здесь прилетаем и будем готовиться. Спасибо. Еще один вопрос. Спасибо.